Привет всем! Это «Хоу установить BMX Tool в MTB-раму» Special for Riders. Не буду забивать ваши головы цифрами, перейдем сразу к делу. Чтобы поставить втулку на 14-мм оси в МТБ-раму, придется расточить дропалку на 2 мм вниз и на 2 мм вверх. В этом нет ничего страшного. Точить можно напильником или болгаркой. Первое долго, но точно. Второе быстро и опасно. Можно отрезать что-то лишнее. Теперь, когда втулка подходит по оси, нужно, чтобы она не болталась, ведь BMX-втулка уже. Сначала выставляем чейнлайн. Теперь измеряем, какая длина оси остается незафиксированной, и покупаем спейсеры. Подойдут спейсеры от каретки. Надеваем шайбы на ось, затягиваем колесо. Теперь последнее действие. Колесо будет стоять криво, ведь чтобы выставить прямой чейнлайн, драйвер придется сместить к одному из дропалтов. Для решения проблемы нужно сместить зонт колеса, чуть расслабить спицы со стороны драйвера и натянуть с другой. И так до тех пор, пока колесо не встанет ровно. Второе. Установка втулки на болтах. Особенности это относится к втулкам Эклад. Тут все очень просто. Болты уже имеют диаметр 10 мм, и только расширительные отверстия на контрдайках имеют диаметр 14 мм. Поэтому нам будет достаточно штатного набора спейсеров, идущих к втулке. В крайнем случае пару шайбочек можно взять от каретки или другой втулки. Зонт выправляется по той же технологии. Мы раскроем еще больше секретов велосипедных компонентов. Следите за новыми выпусками.